Апрельская революция и ее достижения не должны быть запятнанными, считают герои апреля и родственники погибших. Требование участников мирного митинга – вывести на чистую воду тех, кто в трагические для страны дни занимался мародерством и набивал карманы миллионами из банковских ячеек. Пока мы оплакивали своих отцов и сыновей, погибших на площади, другие грабили ячейки. Пришло время открыто рассказать о них всему народу и наказать по закону. Еще одно требование – экстрадировать Курманбека и Джаныша Бакиевых, виновных в гибели десятков кыргызстанцев, а также расследовать и обнародовать информацию о том, кто помог вывести из страны сепаратиста и организатора межэтнического конфликта на юге страны Кадырджана Батырова. Кто помог сбежать Бакиеву и Кадырджану Батырову? Если это члены временного правительства, то они должны ответить. А эти правозащитники Азиза Абдирасулова и Туликан Исмаилова, разве они будут защищать интересы Кыргызстана? Они сидели и поддерживали сепаратиста Батырова. Надо принять строгие меры в их отношении. Участники мирного митинга выступают за изменения в Конституцию. По их словам, из-за недоработок в основном законе западные международные организации вмешиваются в дела нашего государства. В частности, герои апреля возмущены пересмотром дела Аскарова, обвиненного в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера, а также выступлением Кадырджана Батырова на международных площадках. Идет травля западных местных таких органов типа ОБСЕ о том, что вот Кадырджан Батыров имеет право слова. Вы видите, репутация Кыргызстана опустилась ниже плинтуса из-за тех вещей, которые заложили в мину Конституцию. Если этих вещей не было бы, мы бы уже по-другому поступили бы и с Батыровым, и с Азимджаном Аскаровым. Организаторы акции поддерживают проводимую президентом политику по борьбе с коррупцией, укреплению целостности государства, незыблемости единства народа Кыргызстана, повышению его культурно-духовного потенциала. Конституционные реформы, направленные на защиту истинного, а не декларативного суверенитета, призваны закрепить достигнутые успехи, сказали герои апреля. Нургуль Саматова, Алмаз Кариев, Общественный первый канал.